Снимаются все маски и голограммы. Фантом предстает перед тобой в первозданном виде, согласно своему эфирному коду ДНК. Ольга выходит из своего биоробота, становится рядом. И если в ее биороботе находятся чужеродные голограммы, копии, подключки, все это все невидимое становится видимое и выходит из ее биоробота. Ольга, свет. Светлая очень, вокруг нее свет, крылья ее видно. Она меня поприветствовала, вышла из биоробота. Хорошо, защищаем ее физический биоробот защитным потоком из чистых энергий Абсолюта. Берем Ольгу в защитный скафандр на время работы с тонкими телами. И вместе с тонкой копией Ольги поднимайся в комнату диагностики. Пошел, подъем. Мы на месте. Хорошо, мы приветствуем Ольгу. Интересуемся, готова ли она к проверке, доверит ли она нам свое биополе на период сеанса. Она доверит. Хорошо. И я даю команду на счет 3. Сканер начинает сканировать пространство над головой Ольги под ногами. Сканер сканирует все 7 тонких твоих тел, находит все. У нее по всем телам? Да. Точки? Ну, да, как гвозди. Ага. А я вижу. Пробитые. И на ногах обе ноги тоже одеты в такого же цвета. Но это просто как коробки, то есть она стоит вот в этих каких-то как такие... Коробки? Ну да, то есть это не об, но носки, скажи, такие вот короткие у нее, такого же цвета, как вот эти гвозди. Понятно. Сканер закончил? Да. Сколько у нас каналов? Один и канал. И там собрались все вот эти гвозди, вот эти носки. Они сами вышли уже из ее биополя? Да, это ее. Ей же сгенерировано. Знаешь, что это? Это информация, которая ее ранит. Конечно, это каждый гвоздь, это удар, это то, что ее шокирует. И вот так он остается в ее биополе виден. Их много. Хорошо, мы все равно должны проверить. Выстраиваем от этих гвоздей канал к ответственным. Если таковые есть, они притягиваются и становятся в этой клетке ее заложником. Гвозди могли и подкинуть. Есть ответственность. Знаешь, нет никого конкретно, но над где-то вот комната, я бы даже сказала, какие-то сгустки энергии появляются. Над комнатой? Да. То есть конкретных это какие-то третьи силы, которые создают вот это информационное поле. Мы можем притянуть это? Нет, раз она уже не притянулась. Понятно. Мы можем считать информацию, что это за силы темные? Нет, информация идет, это то, что стоит за ширмой. Так как идет, так и говорю. То, что стоит за ширмой. А что это что? У нее есть название? Третьи силы. Третьи силы, которые манипулируют всеми остальными, правильно я понимаю? Они создают вот эти гвозди, информационные куски, получается, которые ее шокируют. Как избежать этих гвоздей в будущем? Много способов. Это то, что она... У нее даже мысли нет, что это может быть... Обман. Но идет слово подделка. Фейк. Вот подделка идет. Понятно. То есть это не просто фейк, это сделанный, получается. Да, кто-то вложил туда энергию и силы для того, чтобы его создать. Продуманный и сделанный. Да, это большая работа. Потому силы показывают темные энергии, их много. То есть туда очень много подключено кого. Потому ты не можешь никого. Конкретно. Понятно. Нельзя только подключаться к этому всему, правильно я понимаю? Значит, подключаешься ты, когда ты это через себя смотришь, оно проходит через тебя и остается вот такими, как осколками, гвоздями, как хочешь назови, частями, частицами какими-то. И вот так вот эти третьи силы практически пробивают нам полностью все наши оболочки, да? Какая конечная цель этих гвоздей, если бы она собиралась... Ну, это грусть, ненависть.
Все низкие вибрации. Ложь. Ложь. Сфабрикованное мнение. Понятно. Есть какой-то совет? Агрессия. Агрессия. Как ей избежать этого? Нервное потрясение в конце. Нервное потрясение. Понятно. Хорошо. Как, есть возможность ей избежать конкретно в этом случае? Следующие такие гвозди. Что ей нужно изменить? Эта информация идет. Показывает экран, показывает телефон, показывает все девайсы, у которых есть информационные подключки. Они плотно связаны с вот этими темными энергиями, создающими это все. То есть там проделана большая работа, чтобы то, что они делают, достигало своей цели. Ну и вариант один – это ставить какой-то экран, который в конце все равно пробьется, потому что они это предусматривают. Угу. Или же игнорировать и не пропускать. Я думаю, второе самое важное. То есть, понимаешь, здесь идет две проблемы. То есть не то, что просто не смотреть, а то, что получается, то, что Ольга получает вот эти частицы, которые из нее вышли, она очень верит всему этому. Вот как. То есть... От этой веры у нее и идут вот эти вибрации ненависти. Понятно, она не допускает. Начинает вибрировать. Это убеждение тогда уже формируется, когда она перестает сопротивляться, принимает всю эту информацию, это становится убеждением. Все понятно. То есть она практически сама открывает дверь этим гвоздям, пропуская через себя эту информацию. Искренне думает, что так надо делать. Но искренне это и есть та сила. Она хорошо. Верит. Ольга, нельзя всему верить. Ой, я не знаю. Хорошо. Идет ответ, что нельзя не верить тоже. То есть здесь нужно конкретно, как вот стена выстраивается, очень толстая между этой информацией. До тебя не доходит. Потому что из всей информации только 10% правда. 10% правды, 90% ложь. Кошмар. То есть, получается, нет смысла себя загружать этой информацией. Абсолютно верно. Я думаю, это самый правильный вариант, потому что второй вариант был бы возможен для человека, который наверняка с более высоким уровнем осознанности, который просто бы автоматически не допустил бы к себе. То есть ей надо просто не открывать эту дверь, тогда не будет этого сквозняка. Если вот она смотри, не... идет, мне почему-то показывает Ольга, да, и идет именно по ней информация, что она в центре событий своей жизни. И впитывает все согласно ее положению. И потом показывает глобальную такую вот планету, да? Да. И где вот эти скопления... Темная энергия. Да, то есть энергия. По разным причинам. То есть в мире очень много, где скапливаются разные энергии. И в мире очень много, кто посылает туда этой энергии. И вот эти силы, которые смеются и создают все это за ширмой. И каждый на своем месте принимает именно то, что ему дают. Ну или не принимает. Но так как она именно там, где она, у нее, то есть она впитывает все, что энергия этого места. Вот так. А там ракеты летают у нее над домом. Да, но если смотреть глобально, да, да, то можно понимать, что это, ну, грубо говоря, чья-то игра. Вот как... Я понимаю. То есть есть зрители, вот что хочет. Есть зрители. Вот так вот даже. Да. Представляешь, на каком уровне. Зрители и тот, кто планирует. Но так же, как планируют вот, это, вот эти гвозди все. Это космические или это низкие вибрационные? Нижние. Я не думаю, что это нижние. Но мне кажется, они в спарке работают вместе. Значит, показано очень-очень много человеческих, скажем так, особей, которые вовлечены туда. Проводники. Создавая все это, да. И выше уже не идет, выше идет ширма. Все понятно. И вот эти энергии, которые шевелятся там. Все понятно. Хорошо. Так, мы сейчас гвозди все вывели? Ну, вывел то, что вывел сканер. Хорошо.
тогда Ольге надо выдавить еще из себя. Конечно, да. Включая внутренний белый свет Ольги. 1, 2, 3. И она включает свой ангельский свет и выдавливает этим божественным светом весь негатив, все патогенные, все лживые энергии страха, энергии болезни, все наночастицы, и формируется перед ней в шар. До последнего микрона все выходит. Ольга устала внутри, в глубине. Она излучает свет, у нее крылья, она пытается защитить себя светом, но в глубине она очень устала. Хорошо, я прошу ангела Леруна прийти к нам в комнату диагностики. Да, он здесь. Я приветствую тебя, дорогой друг наш, Лерун. Мы знакомы с тобой. У нас такая ситуация. Не мог бы ты пару слов, пару советов дать Ольге? Она сейчас находится в такой ситуации, в которой она не в состоянии поставить какую-то защиту или эти энергии негативные, о чем мы сегодня говорили, фильтровать, чтобы не допускать их в свой биоробот. И вот у нее как факт эти гвозди, которые в клетке находятся. Мог бы ты нам... Говорит, что вся защита в голове в данной ситуации. Причем он как-то так, я бы сказала, весел. А почему? Пусть объяснит, что его так радостно. Он говорит, посмотри на нее, она вся светится. Путь, который она выбрала, отдавать. То есть она отдает свет. Это именно то, что, зачем она пришла. Поэтому я не весело, это радость. Это радость, понятно. Такая радость, да. То есть она ее излучает, и это главное. Она с нами работает. Усталость, она пройдет. Она в нашей команде, она с нами работает, она вносит огромный вклад, чтобы у нее крылья еще больше расправлялись. Я думаю, она на правильном пути, Лерун. Вибрация идет сильная очень. И он говорит, ты же видишь, как она выросла. Да, конечно, конечно. Мы очень рады этому. Но просто эти гвозди, нам надо что-то сейчас... Я ей советовал ставить фильтры, но она оказывается... Нет, он говорит, что это ее осознанность, то есть это то, до чего она должна вырасти, что у нее должно прийти понимание в голове. То есть она должна смотреть глобальный, вот поэтому он показывал. Мы об этом и говорили сегодня, я так и почувствовал, что там вырасти надо чуть-чуть, подрасти. Все, что делается, он показывает на эти гвозди, на третьих лиц, то есть это все, как он говорит, подожди. Часть одного? Да, то есть вот эти ее переживания, получение этих гвоздей, это все бессмысленно, потому что себе она причиняет боль, а смысла в этом нет. Но он показывает, что если она в голове изменит отношения и вообще она примет, то есть у нее он показывает узкое, он как дорожку показывает, узкое понимание, она берет то, что дают. А если она абстрагируется от этого, начнет расширять эту дорожку и начнет смотреть со стороны, а не из глубины того, да, что она видит, со стороны, нейтрально, да. Тогда она поймет всю комичность ситуации. Отлично, до этого надо дорасти. Он говорит, я не в том плане говорю, что это смешно. Я понял. В том плане, что здесь нет смысла получать вот эти вот гвозди. Понятно. Лерун, еще один вопрос у меня по поводу Ольги. Она ставит себе защиты, заправляется энергиями. У нее все правильно получается? Ты же видишь, все отлично. Отлично, хорошо. Я просто и говорю, что когда опасность, пусть выставляет себе определенные защиты, она этим это делает. Я больше чем уверен, что она ее защищает. Он, знаешь, как ее сейчас показывает, и показывает вот эту информацию. И вот эта информация, это как раз летящие гвозди. Вот как. Какие-то осколки, как пули даже назови, что-то такое, да? И она своим светом, она, то есть, должна четко понимать и не впускать их, и говорить, нет, мне это не надо. И они, знаешь, как они останавливаются перед ее светом и падают. И тот, кто их производит, начинает злиться, что его план не доходит. Отлично, хорошо. Лерун говорит, что если вот так будет делать каждый, тот, кто там наверху, он показывает за ширму, да? Никогда не сможет победить вас.
Ой, Лерун, благодарю тебя за эти золотые слова, за эту помощь, которую ты сегодня Ольге и нам, и информацию, которую дал. Мы тогда будем дальше работать, или ты хотел что-то еще добавить от себя? Говорит, никогда не сможет победить вас, потому что вы знаете истинную сущность вещей. А чтобы ее знать, нужно смотреть глобально, шире. А чтобы смотреть глобально, нужно повысить свою осознанность и смотреть со стороны на эту ситуацию и понять ее суть, приближаться к ней или не приближаться, включить свой свет, чтобы эти гвозди попадали. Очень трудно. Трудно? Очень трудно, и она делает все, чтобы сохранить свою чистоту в этой ситуации. Но он опять говорит, что у нее узкое восприятие, и нужно расширять его, чтобы ставить под сомнение что-то, а она очень доверяет. Если она будет ставить под сомнение и искать другие источники, опять же, искать другие источники надо там, где интересно. Если она будет сопоставлять, сравнивать и задумываться, тогда у нее будут возникать другие вопросы. И вот эти вопросы, она будет искать ответы, и это будет расширять ее понимание происходящего. На сегодняшний день она воспринимает все, что есть, верит, и потому вот это остается. Как у нас говорит, воспринимает все за чистую монету, не ставя под сомнение информацию, которую она получает. Безусловно, безусловно. Так как ты сказал, уже 10% информации является правдой, 90% это ложь, то очень надо быть осознанной душой, чтобы эти 10% распознать и не утонуть. Он говорит, что это ложь, причем сфабрикованная. Да. Он говорит, я бы сказал непонятно кем, но в нашем случае мы знаем кем, и он показывает кем. То есть он показывает вот эту массу людей, которая все это делает, производит, да. Как фабрикует, то есть делает работу и силы, которые стоят за этой ширмой. Лерун, скажи мне, пожалуйста, без только ту информацию, которую мы можем получить, как эти люди являются слугами этих цивилизаций, которые помогают нам здесь утонуть в этом мраке, которые фабрикуют всю эту лживую информацию? Или она спускается? Здесь очень много людей, и кто-то знает, что делает, кто-то делает за деньги, кто-то делает за идеи, у всех свои. Но есть те, которые правильно. У всех свои расширенные или суженные восприятия. Да. Да. У всех свои слабые точки. Кто-то за деньги, кто-то волонтерит, кто-то думает, что он за правду, но всех использует. Вот кто-то конкретно понимает, что делает. Да. Трудные времена мы живем, хотелось бы, конечно, легких жить. Легких не бывает. А были когда-нибудь на Земле действительно легкие времена? Только хотел спросить. Когда все жили в радости, любви. И наслаждались жизнью, и не воевались друг с другом. Мой архангел Ханил сказал, что война идет всегда. И не заканчивалась, вернее, вот так вот было сказано. Времена были короткие. Благодарю тебя, дорогой друг. Нам надо работать дальше. Мы тогда сейчас дочистим Ольгу. Она все услышит обязательно, все, что ты передал. Я надеюсь, после таких слов она поймет смысл твоей улыбки и твоей радости за то, что она выросла, и то, что она еще как ребенок не может такой вопрос решить. Насчет информации, но я думаю, ты больше чем уверен, что она с этим справится. Он говорит, что это ее рост, а я рядом. Вы в контакте, она тебя очень любит, просила передать. Он показывает, что у нее прямой канал. К нему? Не к нему, а к ангельским энергиям. Вот как. Она всегда может подпитываться от них. Она должна просто... Сама еще... или через него. Вот так вот. Хорошо, Ольга, ты слышала эту информацию, ты всегда можешь подпитываться энергией. Лерун, мы тебя не можем отпустить без большой корзинки с самыми вкусными ягодами, которые есть на Земле. 1, 2, 3, Верочка, большая корзинка. Передай, пожалуйста, нашему дорогому другу Леруну, ангелу Леруну. Это приятное дополнение. Вот теперь твоя радость полноценная. Благодарю тебя за этот визит. Прими нашу искреннюю благодарность. Я говорю, до скорых встреч. Я бы хотел поправить. Пожалуйста. Это приятное дополнение. Моя радость бесконечна уже за то, что душа Ольги не почернела, а расцвела. В эти времена, да? Да. Это повод действительно для радости. Хорошо. Благодарю тебя.
прими искреннюю энергию благодарности. Я говорю, до скорой встречи. Рассинхронизируйся, Верочка. Но он говорит, что он всегда на связи. Да. И, ну, с энергиями ангелов. В общем, ну, он как... Проводник ангельскими энергиями. То есть он может, она может через него брать эти энергии или, или напрямую подключаться, если она в состоянии к ангельским энергиям в ангельских мирах. Да, он ушел. Он просто показывал, что он, ну, как свой, что ли. То есть вот всегда можно обращаться к нему за помощью. Он все слышит, каждое слово. И он все объяснит, если нужно объяснение. Хорошо, Ольга, только надо в состоянии услышать это. А для этого надо войти в состояние альфа. Хорошо, у нас шар там был. Он вышел, Ольга? Ольга, Вера. Сейчас посмотрю. Да, вы, он вышел. Большой шар? Но он как мяч, и он как ртуть, что ли, вот такого цвета какого-то. Ольга выдавила его своими ангельскими энергиями. Слушай, вот эта ртуть мне очень что-то напоминает эту цивилизацию гуманоидов. Но она не ртуть, она вот как я металл понял. Какой-то, как он называется, я, цвет такой я белый. Видел. Мы с тобой видели этот цвет. Ну мы да, но его. То же самое, вот эти гвозди, которые вместе с носками, они тоже такого цвета. То вот есть она выдавила, да, остатки из себя. Отлично, отправляем это все к гвоздям. 1, 2, 3. Ну, готово. Хорошо, есть смысл забирать от этого свою энергетику? Она вошла туда или это чисто удар был? Там нет энергетики ее. Нет, это она, то, что она поглощала. Отлично. Открывается под этим портал в галактическое ядро. 1, 2, 3. И все, с гвозди этот шар улетает на переработку в чистую первичную энергию. Закрывая, печатая, растворяя. Сделай запрос в энергополе. Сколько энергии, какая частота вибрации максимально комфортная для Ольги сейчас. До полного восстановления и корректировки. 500, говорит, возьму. И? 26 герц. И канал у нас еще остался. Остался канал к этим гвоздям, да? Угу. Хорошо, Ольга, концентрирует всю свою энергию и на счет 3 сделает импульс высокого вибрационного шокового удара и сама сожгет этот канал. 1, 2, 3, удар. Отлетает. Ольга говорит, легко, она, да, просто небольшое движение делает, он отлетает. Ну, так ангел, а чего же нет-то? Отлично, хорошо. Открывается канал, портал галактический ядро. Канал улетает на переработку в чистую первичную энергию. Закрывая, печатая, растворяя. И на счет 3 в макушку головы Ольги начинает поступать 7 высоковибрационных потоков по 500% каждый. 1, 2, 3. Потоки пошли. Наполняет, усиливает. Все необходимые ей цвета начинают поступать. Мощность потока усиливается. Включая отдельно ангельский канал, пошла ангельская энергия, заполняет ее полностью. Наполняет, вытесняет весь негатив, все патогенное, остатки, микроны, все выходит. Частота и вибрации поднимается до 26 Гц. Пошел подъем. Готово. Синхронизируется энергия вибрации, гармонизируется, распределяется, усваивается наиболее эффективным образом. 1, 2, 3. Хорошо, Ольга, как ты себя чувствуешь? Живой. Отлично. Будем тебя возвращать назад. И для усвоения энергии вибрации возвращаем тонкую копию Ольги в систему биоробот-душа. Заводим, подключаем ее к каждому органу, каждой клеточке, каждой извилинке головного мозга. Проходит полная синхронизация между физическим биороботом и энергетическими тонкими телами. Пошла синхронизация. Энергия переходит на физический план, гармонизируется, распределяется. Готово. И отключайся от объекта и перемещайся в свою комнату диагностики. Пошел подъем. Да, я на месте.